Ансамбль современного эстрадного танца сочетает в себе различные стили. Танцорам это помогает развивать творческое воображение и познавать все прелести танцевального искусства. Я, например, в танце могу передать свои эмоции. В танце можно отдохнуть. То есть ты танцуешь, получаешь танцы в удовольствие. Я выбрала танцы, потому что мне нравится заниматься. Ну, вообще, получаешь от этого удовольствие, когда танцуешь под музыку, расслабляешься. Для меня танцы – это интересно, для меня это жизнь, мне нравится этим заниматься. Ансамбль современного эстрадного танца «Фьюжн» был основан во Дворце детского юношеского творчества в 2017 году. Сейчас в коллективе занимается около 90 девочек от 5 до 13 лет. Ансамбль – неоднократный лауреат призовых мест и обладатель гран-при региональных, всероссийских и международных конкурсов. «Фьюжн» переводится с английского как «слияние». В ансамбле современного эстрадного танца слились в одно целое различные танцевальные направления и стили. Это может быть современная хореография, контемп, модерн. Также это может быть джаз, это может быть народная стилизация, уличный, это вок, это фанк, это хип-хоп. Также мы это еще стараемся комбинировать в наших танцевальных номерах, выступлениях. Танцевальные занятия помогают формировать такие важные качества, как трудолюбие, целеустремленность, сила воли. Регулярные репетиции и стремление совершенствоваться, дополненные трудолюбием, приносят желаемый результат. Сначала нам пришлось столкнуться, как мне, с выворотностью. У меня хромала немного выворотность, но сейчас уже более-менее все. Сначала мы встретили нашего педагога Татьяну Юрьевну. Она очень добрая, милая, ласковая, отзывчивая, да, всегда поможет, если что-то не получается, подскажет. А у меня была сначала проблема, я очень сильно хромала растяжку, сейчас я уже более растянута, можно сказать, уже сижу на всех шпагатах почти. Воспитанницы ансамбля «Фьюжн» в том числе активно участвуют в благотворительных акциях и концертах. Уже в столь юном возрасте девочки своим творчеством помогают спасать чьи-то жизни. Анастасия Ким, Севастопольское телевидение.